Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение битвы на шестерых в Sid Meier's Civilization 5. Я играю за Швецию, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки лучше начинать с самого начала, а если ссылку в верхнем правом углу не видели, то в описании. Ну а всем, кто смотрит с самого начала, приятного продолжения просмотра. Ну, это на самом деле вообще другая история, честно говоря. То есть оборона шведа началась не от своих границ, а от, ну, от Кахоки. Это как Но мы не смогли договориться, теперь я так нападаю. Ну, окей, хорошо, ладно. Ну, вообще как бы это, ну, херня полная. То есть, ну, в чем прикол, как бы, я же не просто так тут готовился, выстраивал. Не, ну скажите. Так а что я сейчас... Подожди, а что я не так сейчас сделаю? Подожди. Ты все правильно делаешь. Я напал на тебя, ну... Я один... Ты напал на меня, когда Кахоки упала. Нет, я напал на тебя на тот ход, когда ты его брал, когда ты ее брал. В тот ход. Она упала на следующий ход. Сейчас другая тема уже, понимаешь? Мне сейчас придется брать под твоими самолетами. Это другая игра. Минус два хода. Не, ну если вы вообще, да, ну давайте другое. Я же спрашивал вас, заходить, не заходить, что, в чем прикол? Я не понимаю вот этот прикол, заставить меня перезайти, потом ныть. Я тут при чем? Давай вообще сбавь обороты, ныть там, не ныть как бы. Я обсуждаю игру, я в этой игре играю. Так ты предложи, что сделать, ты скажи конкретно. Ты вот это начинаешь, это не игра. Ты просто скажи, что сделать, блин. Грузим сейв другой или что? Или мне не ходить, по-твоему? Так, Алексей. Водички попей. Для меня работает всегда. Ну, попить водички, и все будет хорошо. Может, мне не атаковать? Ну, тоже не дело. Да, и может кто-нибудь откатит, потому что я, например... Ладно, я откачу. Аурус, поставь, пожалуйста, на кнопку, а то у тебя там все слышно, даже кликанье да, твои. Извини. Я иногда забываю говорить вообще.
Бирка сисичиналай. Карфаген сисичиналай. А, блин. Сколько тут еще ходов? 5. Ну нету смысла аннексировать, пока он. Ладно, что еще? Хельсинки, в Вильнюс и в Женеву. Я думаю, можно заканчивать. Я ж откатывал ход Викс. Да, что-то я там смотрю. Бывает. Да ладно. Да ладно, блин, ну. Играть. Ну, хреново грузить, потому что будет опять этот прогруз хода. Если Викс у тебя не грузится, давай ты, может, выйдешь и зайдешь. Ну, давайте, давайте, конечно. Главное, чтобы лобби не крашнул. Главное, чтобы вы все остались, да. В чем дело? Вообще странно, уже 4 человек, уже, по идее, нормально должно быть. Кружу. Такие лаги, что я в прошлый раз, когда просто сидел, нажимал одну раз кнопку up, это апгрейд, у меня 3 самолета дюкнуло. Такие даже лаги. Ну, мы вроде остались, так что, Викс, заходи. Так, секунду. А, пошел Таня. Ну все, играем. Ну да, теперь ходите там. Что у вас там? Ничего, это я подставляю. Так, эта фигня защищает в двух клетках. То есть вот, вот эти танки можно обстреливать. Да, вообще-то у американцев уже остался. Кстати, говоря. Слышу, Леш? Да, слышу. Да уж такие вот дела. Ну я-то успею в любом случае проголосовать, так что. Он, видимо, рационализм на 5 закрыл, да? Нет. Вообще вышел. Рационализм даже без покупки ученых. Нормально.
Слушай, а там какое именно правило, что после потерь столицы можно дарить великих людей только, да? Или наоборот, когда столица еще цела? Когда ну, потерял. Да. А, когда потерял, да? Правило чуть-чуть запутался. Да, ну там, да, там много всего, конечно. Написано. Ну что, надо исполнять, что поделать. Вещь дельная, конечно. Слушай, я не знаю, ты можешь мне, допустим, передать Карфаген, чтобы я тебе успел всех от этих людей? Просто. На тебя, типа, вообще уже забирают? Ну, я, да. Честно говоря, против дарения великих людей в играх. Вообще, в принципе. Ну, смотри. Конечно, забирают у него стелса. Сейчас только вот успею проголосовать, да и все. Ну а деньги как? Деньги а могу скинуть. Дать. А ты мне скинуть? Да. Ну, тут они особо не порешают, мне кажется. У меня и так дофига денег самого. Да, ну смотри, вон там. Так, ну что, давай тогда за свободу. Что нам там хватает? А пока нас тут методично и планомерно выносят, хочу напомнить, что это видео вышло при поддержке космической браузерной стратегии consoleWar.ru. Эта игра не от крупнобюджетной студии, а от энтузиастов из России и Беларуси. Игра наполнена интернет-юмором, политической сатирой, но при этом много внимания уделено и стратегической составляющей. Все-таки создатели смотрят мой канал. Сейчас идет открытый бета-тест, поэтому при регистрации введите промокод Лёша играет и получите особый бонус. Еще раз, consoleWar.ru. Дари минус 5. Америка 4, сейчас, наверное, будет по 20 с бунтами. Вот.
А что там, Лёш, освобождаешь эту кахукию? Правильно? Да, ну, нет, а тут Рим как странно сыграл, по-моему. Вместо того, чтобы лидера останавливать, вот. Ну, сейчас мы все по очереди пойдем под американцем. Ну, не учая, у него будет сильное несчастье. Я ему всю игру уговаривал Тауруса напасть на Америку. Ну, ты еще улетаешь. Ты еще, может, еще и города ни одного не потерял. Ну, еще не потерял, да. То есть вообще все нормально. Анатолий же, заканчивай дипломатию, тут уже не с кем это делать. Сям ты вынес, Рим с тобой воевать не будет. Не знаю, о чем тут общаться. Кого ты уговариваешь? Я? Как дела? Алло? Блин, сейчас ты отвалишь. Мы тебя слышим, Анатолий, но походу ты сейчас отвалишься. Я вообще, у меня цена просто вырубилась. Класс. Откажите, сейчас зайду. Да, но только ты у нас пока не вылетел, поэтому у нас ничего не ходит. Так, вот сейчас можно откатить. Откатил. Ты чё здесь нет у меня юнитов? Я не мог ходить, а ты мог. У меня есть юнит. Чё, у меня есть броненосец. Примеру. Вот я сейчас им это сам хожу. И все есть. Ты лучший. Ты же не видишь это все, что у меня плавает там, правильно ведь? Я не понял, Тарус отошел или он тут? Не знаю. Блин, я просто как-то его юниты убиваю, ничего не делает. Ладно, ты тут? А то ощущение, как будто ты АФК, а я тут тебя юниты убиваю. О, увел. Так, у Тарус там уже танки. Таурус, ну давай мы как-то решим сейчас. Чувак улетит, просто американец, а я у тебя и антиум возьму, и кахокию не дам взять. Зачем тебе это? Это у тебя, ну, я просто выключу из игры, получается. Хотя ты тут явно сейчас не... Так, я не понимаю, почему свобода-то не прошла? Что-то я не понял. Лёш, у нас же было голосование за... Не знаю, такое ощущение, что оно висит до сих пор, как будто мы не проголосовали. Не знаю. А чё за херня? Даже сейчас же должна быть мировая идеология свободы. А почему она сейчас опять? Чё за херня? А почему она опять предложена? Не знаю. Ты же не предлагал с тех пор? Нет. Да, было голосование, но почему-то опять через... Так, а может кто-то просто не проголосовал? Давайте будем честны. Кто-то не проголосовал. Я голосовал. Ну, значит, Таурус не проголосовал. Откатите ход. Нет, если Таурус не голосовал, то... Нет, как бы это важно на самом деле. Он сейчас ход не может завершить. Нет, можно... Идет таймер, заканчивается таймер... Кто-то не проголосовал. Не, ну это неправильно. Что значит играем дальше? Должны сейчас быть. Должна быть свобода сейчас. Из одного рассинхронного. Сейчас бирка уже должна лежать вообще-то.
хорошим, и никакого... Из одного секунды бирка должна уже была захвачена быть. Да с какого фига бирка должна лежать? Объясни Почему мне. Почему должна лежать тогда, действительно? Не, Лёш, ну это... Давайте меньше не болтать, знаю. Давайте закончим игру уже, ребят. Ну, сколько можно? Не, ребят, давайте грузить сейф, когда было... Боже, Вик, ты надоел с этими загрузами уже. Давайте. Нет, я не надоел. То есть ты считаешь, это не влияет никак, то, что не проходит свобода? Это влияет на игру очень сильно, ребят, Анатолий. Ребят, ну что за... Да, грузим сейчас, когда был этот самый... Надоел. Реально надоел. Хмуть меня тогда, значит. Надоел. Кто-то реально не проголосовал просто, вот и все. Какой там ход получается? Боже. Ну, мы сколько часов сейчас будем заниматься? Это твои проблемы, Анатолий, еще раз повторяю. Что-то не нравится, ливай. Все. Ревливан, пиши в чат и ливай. Твои проблемы. Так, мы как грузим? Только 180 таких синхронов. Там сейчас что-то с этими автосейвами какая-то хрень творится. Они не по порядку идут. Ну вот сейчас есть голосование, правильно? Ну вот 180-й ход, как Лёша сказал, я загрузил. Все, что как я просто... Значит, ты так и взял, сука, тай. Вот я голосую. Раз пишу голоса, их голосовали, не по-новому. Что? Голосуйте, как голосовали в тот раз. Ну, естественно. Ну, как я буду голосовать? Какие у меня еще варианты, интересно? Я буду за саботу голосовать, естественно. Та же фигня. Давайте, конечно. Стал считать, что упал бы бирка. Не знаю, как это. Ну, он думает, что я Кахокию бы не отбил, но он только не понимает, что я немножко другим был бы отбивал ее, а не...
Леша, я тебе посоветую прожигаться куда-нибудь там, не знаю, тоже в стелсы. Там уже экскомы. Ну, круто. Леша, откуда он типа? По тебе с этих со сминцев, что ли? Не, с Атлан, с Атланта, я думаю. Да это, да. Ну это ж стелсы. А, стоп, а, ну надо, да, да.
Ставь мой ансы, проклятый. Ну, я ж тебе предлагал. Я занимаюсь, там отбиваюсь столь, у тебя сейчас столь будет захват. Так у меня стольный не на море. Не поможет. Ну все равно икскомов убивать там в этой бухте. В какой бухте? Как я могу икскомов вокруг моей стольни убивать? Ну, заплатить в бирку, не? Не, вообще никак. Ну, в смысле, из этой акватории, где бирка? Ну, то есть, из одной этой как-то... Он сверху там высадится и все. А что, прокачек нету, что ли? Есть. Ну, иди езжай туда, что-то. Короче, и в этом смысле. Вали отсюда. Или я к тебе сейчас 20 танков еще пришлю? Ну, слушай, мне, чтобы отбиться от американца, нужна Кахокия. Вот и все. У тебя есть алюминий на территорию. Твой личный алюминий. Ты хочешь меня вообще без алюминия оставить? У меня нету алюминия, если ты посмотришь. Поэтому мне просто Кахокия, как кровь из носа. А ты тебе зачем? Ну, наказываю тебя. А как? А что, у меня есть флот? Я наказываю. Куда мне его еще Ну, спасибо за игру. Да, я сам ухожу там. Кого скинется. Спасибо за игру. Да, ГГВик, спасибо за игру. Пока.
что тут рабочее у меня делал? Пикать. Да, кикай. Ну, я, честно говоря, не знаю тогда смысл тут продолжать. Таурус, я тебе второе место вполне отдам. У меня алюминия нету. И как-то напасть на американца я не могу. Ну, ладно. То есть я, конечно, могу тут сидеть отбиваться, но... Ты видишь какие-то тут шансы? Не знаю, может быть. То есть предлагаешь дальше сопротивляться еще, да? За что ты его? Анатолий, Анатолий. Что ж ты так? Ты зря. Чего ты на меня напал-то? Ты по мне хочешь напасть? Я не хочу на тебя напасть. Че, мне замириться с ним тогда или что? Ты так с ним уже замирился? Нет. Фактически. Можешь меня шмалять, его захватываю. Я не буду тебя атаковать, пока ты его не захватишь. Интересное предложение. Отстанет меня. Владеюсь стелсами. Блять, это стелс, это, короче, это, я не знаю, какой дисбаланс. Так они, проблема не в том, сколько они бьют, а то, что они не перехватываются. Да, вот это не задефать. Вот это явный баг, я так понимаю, потому что есть же, ну, перехватчики же есть эти современные джетфайтеры, но они стелсы не перехватывают. Тогда смысл тогда в этих джетфайтерах спрашивается какой? Чё тогда, короче, я не знаю, Анатолий первый, я второй, ты третий? Да. Ну а что, а как? Отбиться от него невозможно. Он в любом случае либо тебя захватывает, меня захватывает, или меня захватывает, тебя захватывает. Ну окей, все. Я предлагаю, вот почему ты не напал тогда, когда вот я приплывал? Ты была единственная возможность. Я не знаю, вот в чем прикол? Сидели всю игру, чувак на первом месте постоянно по всему. Постоянно в демографии впереди. Тут нету смысла продолжать, потому что невозможно американца. Вот этот момент, это был ключевой момент. И для меня это был вообще решающий момент был, потому что если бы я взял бирку, Да как бы ты ее взял, не понимаю, вот почему ты считаешь, что ты бы ее взял? Ты понимаешь, что мне... Я очень много танков, там ты не ждал, и...
согласись, совсем по-другому война была. Нет, вообще-то я ждал. Потом я хотел тяпнуть эти 12 современных танков и прям в этот Вашингтон ударить, понимаешь? Ну, когда Анатолий поверил бы, что я прям в тебя упоролся. А так это все уже там превратилось в какую-то херню. А, ну то есть ты хотел так, чтобы и я был без вариантов, и... Ну, блин. Ну, а как? Я в так рад. Я там строил самолеты еще до того, как ты... Туда, вообще, как ты к Ахойке стал подходить. Как только ты стал подходить, я понял, что ты будешь ее забирать. Ну, я не понимаю, какая там у тебя проблема с сейфом, и ты забыл, что у меня вообще-то еще куча линкоров. Я, собственно, да, отбивал ее. Короче, Анатолий не писал видео. Получается, я занимаю первое место и выхожу в плей-офф. Ничего себе, вот тебе везука. Везука, блин, я всю игру работал. Над планом Б, если современные танки не вытащили. Но мне как раз не хватало эти 37 очков. Ну, понимаешь, а нету ли шанса, что ты, получается, играл тупо, чтобы просто быть на втором месте от Анатолия, нет? Давай запустим сейчас, вот, ну, ради прикола, тот момент, когда я наступал на тебя. Я тебе говорю, Алексей, смысл заключался в чем, смотри, если я еще раз поясню. У меня было много танков на этот момент и много истребителей, короче, да, не ап. Ну, понятно, что по технологиям я Анатолию проигрываю, как бы, да, но у меня должен родиться ученый, ну, который ты видел, как сгорел. Панцы. Потом я хотел, как бы, ну, вот эту бирку, как бы, я забираю, да, он забирает Алмату, заметь, он в первом случае забирал ее, вот. И мы вместе с Анатолием, типа, тебя выносим, я постепенно отвожу танки очень... Да, слушай, высадись у меня тоже, забери, я ничего не буду делать, хочу графики посмотреть. Я, блин, сначала Сиам уговаривал на тебя напасть, потом Рим уговаривал на тебя напасть. В привате, когда я фрегатами плыл. Ну, я не понимаю вот этого, честно говоря. Вот и что, и один всю игру просидел, и второй всю игру просидел. И что сделали? Ничего не сделали. Ну, в общем, ты понял мою идею, я думаю. Так, что-то объяснять. Ну, типа, выносить меня и под этим видом дойти в современные танки, апнуться и вынести американца? Да, именно так. Но я только не очень понимаю, почему ты так уверен, что ты меня можешь вынести. Во-первых, как видишь, анцы падают. Не, Алексей, в этом и тонкость, короче, моей ситуации, что у меня наследие Клауза. То есть, ну, ты видел, какие танки у меня прокачаны. Ну. А брать тебя... ну, как бы, я как хотел, вот именно в тот ход, короче, смотри, он забирает, мы с ним в привате же переписывались, типа, он забирает Алмату, я забираю Кахоки, и мы забираем тебя. Да? А, там нормально, ты даже не ожидал, на самом деле, что там столько будет танков, согласись, там, да, то есть, когда там, в первом сценарии, как бы, который мы разыгрывали, там все падали очень быстро, там, да. Никаких самолетов у тебя не было. Не было линкоров под моими да анцами. Подожди, у меня строились самолеты. Я еще не видел тебя, просто они у меня уже строились, они у меня были самолеты. Не знаю, почему ты считаешь, что у меня... Я их даже не покупал, я их только построил. У меня были истребители, ты можешь за меня зайти. Да, но дело в том, что я отбивал Кахокию и Бирку не самолетами, а линкорами. У меня куча линкоров стояла под Кахокию. А я бы брал ее, потому что как я ее освобождаю, то у меня не умирают мои корабли. Вообще не важно. После того, как Анатолий видит, короче, что я на самом деле там, да, делаю то, что он требует, как бы, от меня, да, он впарывается в Алмату, оттуда он, там эти самолеты, там к тебе экскомы, правильно? Стокгольм падает, и в этот же момент, буквально в этот же ход, короче, стреляет 15 современных танков и 4 бомбера в его столь. Вот так это задумывалось, понимаешь? Ну, хорошо, но даже если ты берешь его стольную, я не думаю, что он бы прекратил сопротивление, и я думаю, он бы отбился. А что там он бы сделал потом без стольной против моих этих танков? У меня танки выстреливают как бы по 3 танка в 2 хода. Они полностью отблицованные там на клаузице. Это вам, не знаете, не ухры-мухры. Истребители сбивают все это дело. Так я не понимаю, что тебе тогда помешало тот сейф, каким образом, тогда объясни. Короче, дело в том, что когда вот, ну, динамика идет, да, игры, как бы, и вы там, у вас было свое общение. Во-первых, ну, Анатолий, да, он реально соблюдал договоренность и впарывался в Алмату, Алмата падала, ее забирал, проседал по настроению.
Он ее не забирал, он ее не мог забрать, потому что я там тоже стоял. Нет, я не забирал, в смысле, потому что на счастье был. Ну вот, понимаешь, как бы, да, там. И мне надо было просто, короче, тут такой тонкий момент, короче, мой был, ну это мой единственный шанс в этой игре, если пойми, чтобы дождаться момента, когда твоя стольня упала, и когда американец, ну там, не совсем готов к этому удару танка, понимаешь? Все. А тебе не кажется, что у тебя был момент, когда вот я фрегатами шел на американца? А потом как тебя выковыривать? В смысле меня выковыривать? Ну вот точно так же, как ты сейчас рассказываешь, точно так же ты нападал. Я уже молчу о том, что там были бы и другие посильнее ребята сидели. А так получается, полностью американец всю игру доминировал и делал в итоге все, что хотел. Короче, я тебе так скажу, да, у меня реально очень плохая тера, если ты загрузишься за меня, ты увидишь это. И дело не в том, тера как бы пустая, нет холмов. И ее просто нету, понимаешь, как бы, чтобы заселиться нормально. Я сначала думал волю легион, как бы, и ударить ему. Но, во-первых, Анатолий надо дать должное. Он очень быстро забрал этого. Я же не помню, чего он забирал там вначале. Но это произошло за 2 хода, извините. Да, там. Я кликнул, ну, в легион, и там, знаешь, у меня медкалуки там были, деньги были. Но грек упал настолько быстро, что я даже дорогу не успел построить, как бы, понимаешь, к третьему городу. О чем говорить? А потом, извини меня, этот странный человек, этот, который играл за Карфаген, Равен, да? То есть мы с ним там общались в какой-то момент, там. Викс вообще ни на что, не знаю, на что он претендовал в этой игре, но он просто сразу сказал, я ни против кого не воюю, я со всеми торгую туда-сюда. Равен доверится такому человеку пойти на Анатолия, имея в 2 раза меньше комп. Знаешь, Алексей, это имея шведа на отшибе, это такое себе тут. Блин, да классная игра на самом деле, вот, ну, и столько всего как бы можно было замутить, но вот это вот, знаешь, вот, ну, вот эти вот разные сценарии ходов там, как бы, и вот это вот нежелание человека, Викса, как бы, ну, то есть зачем? Вот мы потеряли 40 минут, 50, да, потеряли там хода 3, наверное, в совокупности, короче, в этой игре там пропущено было, просто из-за того, что человеку хотелось, как правильно сказал Анатолий, попить кровушки. Ну это ненормально, как бы, ну блин, ну мы собрались здесь как бы играть. У меня вообще тонкая ситуация, у меня 5-й матч, у меня 2 вторых места, мне нужна победа, как бы, да, там. Мне надо, чтобы идеально все работало, как, чтобы дипломатия не нагревалась. Потому что я знаю Анатолия, как с Анатолием надо дипломировать. То есть это человек, который заводится с полуоборота, блин. И надо было четко сделать так, чтобы вот ты упал, и я в него въезжаю. Но нет, Виксу надо же было завести Анатолия, чтобы у него башня там слетела, короче, и он там уже кликал во все стороны. Это, ну, вообще... Вообще неправильно, короче, так делать со стороны Викса, я даже удивлен. Ну, я все равно считаю, это не дело, когда вот так человек сидит постоянно первый по демографии, впереди... Ничего не... Понимаешь, я, если бы я не хотел его останавливать, я мог спокойно пойти забрать твой Анций намного-намного раньше. Потом пойти забрать Карфаген. Я просто вижу, что человек улетает постоянно. Да, в этом и была. Если ты помнишь, у меня вообще задача была как можно быстрее посадить к вам в сторону шпионов, чтобы приват с вами замутить. Это вообще это был такой момент решающий. В середине игры настолько отставал от вас, короче, да, что единственное, помнишь, я тебе там, сколько мы переписывались по поводу, Анатолий, ты здесь? Анатолий? Да, я с Алексеем там очень долго переписывался по поводу атаки его линкоров на твой Бостон и... Не линкоров, а фрегатов. На фрегатах еще, да. То есть не надо было, короче, чтобы вы воевали. Ну, знаешь, вот вообще... Ну, как вот, ну, понятно, вы 2 лидера, вас сталкиваешь лбами, нормально. Но когда 2 таких неадекватных человека на другой стороне карты, то есть они вроде как, и у Карфагена много денег, но 0 армии, как это вообще возможно? То есть есть Биг Бен, но нету желания покупать линкоры, то есть или их вообще нет. Да? Я вообще не понимаю. Он мне писал в привате, я сейчас буду строить фрегаты и дарить тебе. Зачем? Я вот тоже, я ему, ну, я не мог ему ответить, потому что я не сидел шпион, но я тоже думаю, нафига он будет это делать. Потом он мне привел
этих своих квинкверм подарил такой во время фрегатов. И все. И сидит дальше. Ничего не делает. Американцы не нападают. То есть вот, вообще непонятно. Сиам сидел, я так понимаю, просто, ну, вот на месте Сиама, я считаю, ему надо было давным-давно на фрегат, на Карфаген напасть и забрать Карфаген. Почему он не забрал на имбовых слонах Карфаген? Я не могу понять этого вообще. То есть у человека такая возможность под шумок просто отхапать себе такой кусок карты. Я просто не видел территорию, я думал, он там ближе к американцу, типа, а он, оказывается, вот вообще они офигенно между собой были, ну, границы. Я бы тогда пошел и Карфаген просто забрал вначале, а не с американцем воевал. У меня уже вторая игра такая в турнире, когда я нападаю на лидера, все вокруг, вот это в той игре, где Дик там все мозги нам полощет, там халява улетел просто в путь. И вместо того, чтобы напасть его остановить, в итоге вот и здесь тоже американец просто улетел. Ну, смотри, ну ты реально 1000, ну, 1600. Мне тут показывают, что у тебя 1400 максимум было. Производство постоянно первый. По науке постоянно первый. По населению вообще ты просто ближайшего опережал по населению в два раза. Вот Карфаген когда упал, у Карфагена тут 100, а у тебя 150, ну, в полтора раза. Обалдеть. Партимитка решает, парни. Согласен. Ну, спасибо Ахиллесу, напиши ему. Ахиллес, да, точно. Это ж он построил. Построил и был таков. Я как будто вагон в щебне перетаскал, так себя чувствовал. После нашей этой великолепной игры. Мне даже Золотой век бесконечный не помог. Я даже с ним рядом не приближался. Не пойму, а Терим что, платил в ход деньги какие-то? Что это за... Да. Минус 35 денег вход Рим тебе платил, ничего себе. Я минус 35 голды вход. Да, ты ему сначала платил 10 вход, потом, ну ты вот в общей сложности в один момент ему минус 35 денег вход платил. Ну я платил за апельсин точно 10 голды, а вот по поводу 25 что-то я не помню. Тоже ты 3 что-то дал. Угля-то, блин, не было у меня вначале. Вообще какой-то, блин, бред, вот честно, вот, ну, по поводу этого угля. Мне кажется, надо Hellblazer все-таки разыгрывать, чтобы всех все было. Да нет. А с другой стороны... Нет, то, что не у всех есть, это нормально. Меня не устраивает то, что оно иногда просто разбрасывает очень, ну, какими-то точками, да. Вот, предположим, вот у меня нет угля... Ну, я могу, например, где-нибудь найти, там, пойти город поставить, ну, далеко, или у той же ГГшки его взять. А то ведь бывает так, что он просто тупо, например, у кого-то одного и все. И ты не можешь ни договориться, ничего сделать. В этой же игре можно было договориться. Ладно, все, всем спасибо за игру. Удачи там, Таурус, в турнире дальше. Я так понимаю, что мы с Анатолием завершили. 3-4 закончили. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение постараюсь выложить завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.